давайте, помогите нам, скажите. Они говорят, это бандформирование, они не бандиты, они их сами сделали бандитами. Да. Помогите нам, помогите, просто помогите. Наших пацанов убивают, мы не хотим, чтобы убивали. Они наши братья, братья по крови. Просто-напросто из-за того, что он чеченец, чтобы их убивали. Да. Я не хочу, я ненавижу этого Путина. Вы представляете, я бы его сама руками задушила бы. Вот что, так. Бандит? Я что, бандитка? Я что вам сделаю? Это просто геноцид идет. Помогите нам. Мы вас просим, весь мир, помогите нам. Нас убивают только так, из-за того, что мы чеченцы. Помогите нам. Вот то, что я осталась. Дом сгорел, здесь все сгорело. Мне только 20 лет. Мне только 20 лет, я не знаю. Эти солдаты, эти русские, не могут просто что, пройти наши детей. Вот едут беженцы по дороге, самолеты летят, если их бомбят, то говорят, что напали бандиты, бандформирование, убиваете. А на самом деле это они убивают. Вам просто надо поехать чуть-чуть и выехать. Вы тогда сами убедитесь то, что мы говорим. Они же не пускают. А по телевизорам это ложь, это просто ложь. Это не может быть правдой. Сейчас сердце у меня аж как камень. Вчера спим вот здесь, в Карбулаке, Чечня аж горит, туда что бросают, не знаю, трясет все, аж сюда слышно, Карбулак. Если мы сейчас будем в составе Россия, каждые 50 лет Россия будет нам принести эту войну. Как всегда. Как всегда. Это геноцид на Чечне. Ракетно-бомбовых ударах по своим же городам. Сегодня, всю вторую половину дня, военно-воздушные силы России наносили ракетно-бомбовые удары по городам и селам Чечни.